Надоело играть в трэшовые игры? Тогда заходи на trashkey.net, где каждый может выиграть GTA 5, Dark Souls 3 или CSGO. Отзывчивая поддержка, а также бонус на счет каждому новому игроку. trashkey.net. Скажи трэшовым ключам «нет». Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Оверчик и Ксенон, и сейчас у нас будет маньячок в CSGO. Здорово, воробчики! Всем привет, дорогие друзья. Вот, и сегодня у нас будет такая очень странная карта, ребят, потому что на ней огромное количество телепортов, и я предлагаю, ребят, уже не тянуть время, а сразу приступать к делу. Поехали! Итак, ребят, мы начинаем, первый маньячок у нас будет Ксенон, и мы с Чиком бежим прятаться. Есть какие-нибудь идеи, братан, куда с тобой есть побежим? Есть одна тупая идея. О, да ну нафиг, подожди, нифига себе. Просто, ребят, вы знаете, на этой карте просто уже, как я говорил, огромное количество телепортов, различных нычек, просто вот такие потайные стеночки. В общем, я думаю, маньяку здесь без подсказок будет очень-очень сложно. Так, а через сколько маньяк-то выйдет? Ты понимаешь, что маньяк у нас выйдет через 20 секунд, и ты понимаешь, что тут все-таки нычек-то много, из-за этого интереснее еще будет. Да, это очень интересная мапа, да-да-да-да-да. А ты куда убежал, братан? Давай вместе. Я хотел подергать. Так, давай, пожалуйста, давай вместе сныкаемся. А куда бежать? Братан, давай вернемся в то место, где мы были. Я потерял его. Боже. Смотри, у меня тут есть. А где ты? Ой, нифига себе. Короче, я куда-то залез, все, я спрятался, братан. А тем временем я уже вышел на охоту, собственно. Так, давай, маньячок, вышел, ё-моё, братан. Я слышал про какие-то телепорты, вот какие именно только вы использовали. Вот это тебе гадать уже остается, понимаешь? Ты должен решить, полетел я в тот телепорт или полетел я в этот телепорт. Самое прикольное, Чик, что вот в той нычке, куда мы первый раз побежали, ну, мне кажется, Ксенон про нее 100% не знал. Надо было там оставаться сидеть. Зачем мы выбежали, просто я не знаю. Ладно, один выбежал, а ты просто побоялся остаться там, я не знаю. Так, а я не знаю, я думал, у тебя еще какая-то нычка есть, и просто за тобой побежал. Блин, чувак, блин, я не должен тебя за ручку таскать. Я понимаю, ладно, что ладно. Ты... Нет, ну вот. Я спрятался, не знаю, я спрятался нормально. Нет, подожди, это было не нормально. Я думал, ты наверх полезешь, а ты не полез, блин. Все, меня нашли, ё-моё. Ребят, у вас осталось 10 секунд, чтобы спрятаться, и я уже потихонечку буду выходить и буду вас искать. Поэтому готовьтесь. Все, я уже выбежал, ребята. Я просто уже выбежал. Понимаете? Я текаю, да. Я утек. Утек, ты потек скорее. Так, ребят. Оверу на голову упадет. Я не понял. Все, я начинаю уже вас искать активно, но я прям не знаю. Карта действительно просто непредсказуемая. Тут все может быть. Блин, я реально не знаю, куда вы могли сныкаться. А смоки-то, ребят, смоки, вы подсказываете мне, да, вот этим самым? Ну да, как ты думал еще? Ну окей. Надо же тебе какие-то направления дать. Ну да, на самом деле, без подсказок здесь будет очень-очень сложно. Так, здесь вас нет, окей, поехали дальше. Просто кругами навсюсь. Все, ребят, я увидел смог, но это мне никак не помогает на самом деле пока что. А вы можете еще разочек кинуть его? Да, конечно, если ты просто... Так, ну-ка. Так, откуда? Вот отсюда, где-то вот отсюда. Так оно, может, от стенки могло, не-не-не, все правильно. Да, ребята, сложные вычисления у Овера. Сходит, он пытается понять, откуда смог прилетел. Ну да, вы же могли его кинуть, по идее, от стеночки, да, могли кинуть просто именно оттуда. Поэтому тут два варианта. Либо я... Теория вероятности меня подводит, да? Либо я нашел какую-то фигню, или что это? Ой, нифига. Я что-то слышал нехорошее. Здорово, братан, здорово. А я, кстати, забыл себе прописать, ребят, этот электрошокер. Игл, о чем ты? Офигеть! Ну ничего, братан! Я просто испугался! Я испугался и забыл прописать себе электрошокер. Кто он в курсе про эту нычку? И в спину просто. Вот так вот. А кстати, Чик, у тебя реально была топовая позиция, но давайте, чтобы было честно, вот сейчас я пропишу себе электрошокер. Так, давай. Give Viapon. Блин, время трачу, но ничего страшного.
Тассер. Ксенон. Попробуй, может, здесь сзади тебе тут лестница. Тут все равно, ребят, не прописано это бесконечные патроны, тогда я буду с ножом. Окей, но, Чик, извини, я просто от неожиданности тебя убил, братан. Патроны бесконечные, я это забыл сделать, извините. Так, осталось найти Ксенона. Я просто не знаю, где этот парень может прятаться, потому что карта, еще раз говорю, просто очень-очень большая. Так. Ксенон, я не знаю, где ты находишься, мне это как-то так, доставляет Ксенон удовольствие. Где все, ты? Не двигайся. А может, вы какие-нибудь мне подсказочки там дадите или еще что-нибудь? Как тебе такие подсказочки? Ага, я понял. Полетели. Ой, полетели. Так, братан, и есть такой вопрос. Ты... А куда? Куда он делся? Он был рядом. Я над тобой был. Ты калашников, я тебе сейчас килл пропишу. Ну-ка бросил. Я его подобрал. Подожди, а куда он делся? Я не понял, он был здесь. Я его два раза видел, и куда он пошел? Ребята, вы это видите? Нифига себе, Телепорт. Офигеть. Я нашел телепорт, неплохо. Но я не нашел Ксенона, а вот это очень плохо. 30 вот секунд, братан, дайте мне подсказки, пожалуйста, 30 секунд. Я должен. Ну, так. А ты можешь сказать, где ты? Тут еще, наверное, выход есть. Нет, рядом. Ну тут такая себе подсказка, потому что... Такая себе подсказка. Я прям даже не слышу, где это взрывается. Я твою топу не слышу, а ты не слышишь, где она взрывается. Я реально не слышу, я... И где тебя искать? Я не знаю! Далеко, лол! Так я далеко, да, я же говорю, не слышу, где взрывать. Ну, там где-то далеко, блин, но я не смог тебя убить, но ничего страшного. Опа! Опа! Нормально. Так, ребят, сейчас у нас Чик будет маньячком, и мы к Ксеноном бежим просто прятаться. Я надеюсь, у тебя есть какие-нибудь телепорты и нычки, братан, потому что... У меня есть. Давай, побежали. Давайте быстрее по своим накульчикам. Только где ты? Куда ты ушел? Куда ты ушел? Ё-моё, опять меня одного оставили. Есть, ребятки, смотрите, что тут есть. Подсказка, лестница. Так, я не... Ой. Да, понял, нет, лестница. Не надо такие подсказки, потому что Чик тоже понимает, Надо было... Что? Что? Где? Осознание пришло. Осознал всю суть бытия. Да, о, я, кажется, понял. Тут такой телепорт я сейчас нашел. Ё-моё, просто жесть. Ребят, вот кто сейчас смотрит видосик, вы, наверное, не до конца понимаете, что я сейчас делаю, но... Я уже через пару секунд выхожу, ребятки. Вы готовы? Вот, все, выхожу. Так... Где же вы можете быть, пупсики мои? Так, ну здесь пупсика нет. Опа, кого-то слышу. Ну-ка. Так, я не чувствую. Точно не меня. Ксенон, это ты? Потому что точно, скорее всего, не я, потому что я стоял. Значит, ты где-то рядом со мной бегаешь. Ну, я не топнул ни разу, я на шифте. Так что это Чик. О, ребята, это просто жесть. Я так спрятался, что он никогда в жизни не найдет. Вы поняли, да, куда я сейчас спрятался? Это просто эпик. Я топнул, Чик. Топал я. Ну, ребят, это просто нереально прикольное место. Я надеюсь, что он меня не найдет. Но, действительно, это просто топовое место. Это реально топовая нычка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я совершенно случайно тоже какую-то нычку нашел. Ксенон, нам надо было с тобой вместе прятаться. Надо было вместе. Вот это реально топовая нычка. Как же я вспомнил про нее. Просто в последний момент, ребят. В последний момент. Блин, это нереально круто. Я зашел в одно место, тебя не было. Зашел в другое место, тебя не было. Куда ты делся? Опа! А почему ты... Вон, там у нас Тёма еще, его можно поискать. Почему только меня ищешь? Ксенон тоже. Ну, я спрятался в каком-то месте. Я не знаю, я просто на нюх эту нычку нашел. И я не знаю, как из нее выбраться, на самом деле. Кстати, реально, меня всегда вот убивали эти нычки, когда ты можешь туда залезть, но вылезти из нее не можешь. Вот это самое топовое, наверное, что есть. Просто сам себя в ловушку такую загоняешь, и все. Блин. Вылезти-то можно только в... Так сказать... В одном направлении? Вход один выход, да. Ну, подожди-ка.
Ну-ка. Чик, 2 минуты, братан, у тебя есть? Какое 2 минуты? Я вас уже сколько ищу? От подсказочки. Подсказочка, Чик. Это место находится недалеко от того места, из которого ты начинал свой поиск. Вот. Вот так вот я сказал. И, в принципе, правильно. В принципе, я прав, потому что это очень недалеко. Прям капец как недалеко. Вот, но я не знаю, где Ксенон, поэтому Ксенон может тоже подсказочку ему кунь. Я знаю, где я, и я знаю, где он. Все, у меня за... Как-то забраться! Я Ксенон, я знаю, где он, я знаю, где я. Это просто это, он смотрит на меня, я смотрю на него, искра буря безумия. Да-да-да. Минута 30, Чик. Ну, ты пока еще никого не нашел, я прям капитан очевидности. Я нашел топовую нычку, но вас-то я не могу найти! Как это работает? Че за... Советую тебе все-таки вернуться к тому месту, от которого ты начинал свои поиски. Потому что подожди, там... у меня тут вот этого вот есть, ксенона, который... Братан, ну смотри, я тебе прям жесткую просто дал подсказку, прям безумно жесткую. Не знаю, сможешь ли ты меня найти с помощью этой подсказки, но это действительно прям очень-очень-очень жесткая нычка. Да ну тебя нафиг, ксенон, ты задолбал там сидеть на... В смысле сидеть? Я раз 20 оттуда выходил, ты просто меня заметить никак не можешь. Да иди ты, я обиделся. 40 секунд, братан, 44, если быть точным. Блин, я не знаю, может быть вылезти и побегать с тобой поиграться. Ладно, давай, я вылезу. Приятней. О, Чик, ты это раза два подо мной прошел и не заметил. Чик, я уже, я вылез из этой комнаты, где я сидел, ты понимаешь? Я уже вылез оттуда, я просто прыгаю. Ты где сидел? Ясно, понятно. Ты понял, где я был вообще? 20 сек. Вот смотри, я вот так вот пробежал, а потом дальше я сныкался. Ты понял? Что происходит? Ты понял? Ты понял, где я? Ой, топовая нычка, братан. Вообще. Топовая более. Знаешь, когда я забежал в эту комнату, после того, как ты сразу же оттуда выбежал, я туда залез, и ты просто вот никак не мог догадаться, что я там сижу. Это просто жесть. Я понял, что ты там сидишь, я просто этого хотел поймать, чистый спринт. Ну да, да, ну ладно, я думаю, да. Да, ребят, в принципе, на этом я предлагаю заканчивать сегодняшнюю серию. Она получилась очень веселой, потому что карта была у нас очень интересная, да и мы играли очень-очень здорово. Я надеюсь, что вы уже поставили большой пальчик вверх, подписались абсолютно на все наши каналы, ссылочки на них будут в описании. Ну а с вами были Чик, Овер и Ксенон. Надеюсь, еще разочек, что вам серия понравилась. Всем удачи, ребят, хорошего настроения и пока-пока. Пока, воробчики! Всем пока-пока.